Мы поддерживаем народ Украины в его стремлении к справедливости, достоинству, благополучию, возврату к экономическому здоровью и европейскому будущему, которое он избрал и заслуживает. Я в третий раз за последние 5 недель приезжаю на Украину с целью поддержать украинцев в их стремлениях. Во время моего визита, рано утром в среду 10 числа, мы стали свидетелями ужасающей демонстрации силы со стороны правительства. Полиция атаковала демонстрантов на Майдане, поющих гимны, возносящих молитвы за мир, бульдозерами и слезоточивым газом. Украинцы всех возрастов и социальных слоев заполнили Майдан, чтобы защитить его. Госсекретарь Керри сразу же крайне отрицательно высказался в адрес этого решения украинского правительства. К утру полиция вынуждена была отступить. Надо побывать на Майдане, чтобы ощутить надежду украинцев и почувствовать энергию, переполняющую Киев и всю страну. Объединившись, люди выходят на улицы с требованием европейского будущего. Они делают это мирно, с большим мужеством и огромной внутренней сдержанностью.